Как они сказали, они все исключают. Как-то серьезная ситуация. Скажи, пожалуйста. И мне сказали, что ездят ко всем. Наш педиатр сказал, что вы как-то в списки попали. Но мы потому что отписывались. А другая, вот они вдвоем, две педиатра, говорят, что всех вообще, вот сейчас ночью всех объезжают с этими мазками. Какой-либо информации о госпитализации детей пока нет. При этом у многих заболевших держится высокая температура и сильная рвота. Родители учеников продолжают обзванивать медики, уточняют, что ели и пили дети накануне. К слову, эксперты отмечают, что симптомы очень схожи с ротовирусной инфекцией. Конечно, вот просто очень много народу. То есть, опять же, почему очень много народу? Сложно сказать, чистый там ротавирус или там все-таки были еще какие-то другие моменты, связанные именно вот там с кухней, с едой, там еще с чем-то. Это сейчас сказать очень сложно. Это вот надо подождать расследований, что они дадут, какие тесты нам это все даст. В самом учебном заведении проводят санитарную обработку. К слову, ранее ряд федеральных СМИ сообщали о сотне заболевших в барнаульской школе. Позже алтайский Минздрав опроверг эти данные, указав, что за помощью обратились только 10 из 140 отсутствующих школьников. Диагноз отравления у них не подтвердился, но, судя по перепискам в родительских чатах, заболевших с симптомами отравления намного больше. Анастасия Бертенева, «День с толком».